Это наш город. Здесь мы родились. Здесь мы живем. Красавец Баку. Так называют повсюду столицу советского Азербайджана. Но совсем не таким был Баку 37 лет тому назад, до установления советской власти. У нас нет кинодокументов дореволюционного Баку. Посмотрите на это фото. Наш аппарат снимает сейчас с того же места. Посмотрите на это фото. И сравните его с этим кадром. Обратите внимание на древнюю башню в правой стороне кадра. Пожалуй, она одна только и осталась здесь. Да и то, как памятник старины. Так выглядела нефтяная вышка. Так выглядит она сейчас. Новейшая техника дает возможность нашим нефтяникам бурить на глубину до 5000 метров. Мы гордимся своими новыми промышленными районами. А ведь этот район назывался Черным городом. Все это ушло в прошлое вместе с приходом советской власти. Дворец Советов. Он освещается первыми лучами солнца. Перед этим дворцом в каждый праздник проходят демонстранты. И Ленин с нами на нашей трибуне. Отсюда, с Нагорного парка, можно увидеть самый широкий пейзаж Баку. И отовсюду вы будете видеть памятник Кирову. Мы воздвигли его на самой высокой точке нашего города. Сергей Миронович работал в Азербайджане в первые годы установления советской власти. А дом, в котором он жил, мы превратили в музей. Наш старый бакинец Серго Орджоникидзе. Он жил здесь в 1907 году. В Баку хорошо помнят его горячие выступления, его бесстрашные поступки. Эту улицу теперь хорошо знают все, а жандармы долго искали этот дом. Обычная квартира, обычный стенной шкаф, часто встречаемый в восточных домах. Но стоило потянуть эту ниточку, и открывался иной мир. Здесь печаталась ленинская искра, и отсюда она отправлялась в Россию. Много славных сынов Азербайджана отдали свою жизнь за установление советской власти. Ханлар Сафаралиев, он убит наемниками нефтепромышленников в 1907 году. Друзья Ханлара часто приходят на его могилу. Они непосредственные участники революционных событий, старые большевики. Микаэль Кафаров, Керим Махмудов, Махмуд Каджаев, Йосиф Пономарев. Они живые свидетели того, в котором мучился бакинский пролетарий. Такими были промыслы в ту пору.
там бурили по 16-18 часов вокруг своей оси. Так добывали нефть. Так зарабатывали кусок хлеба. О них позаботился их хозяин, непромышленник Монташев. Он построил им барак. И о своих лошадях он позаботился, построил для них конюшню. Лошади содержались в этом дворце. А миллионы для Монташевых зарабатывал он, рабочий, живой инвентарь. Разве можно было вынести это? Бакинские большевики, объединив пролетариат, повели его на борьбу за человеческую жизнь. Спустя 6 дней после Октябрьской революции, 31 октября 1917 года, Баку первым в Закавказье провозгласил советскую власть. Но недолго нам удалось продержаться. 31 июля 1918 года советская власть в Баку временно пала. Здесь стали хозяйничать эсеры, меньшевики, ташнаки и иностранные интервенты. Это были английские интервенты. Они захватили 26 бакинских комиссаров. 20 сентября 1918 года на 207 километре от Красноводска зверски расстреляли их, лучших сынов революции. Им казалось, что они расстреляли молодую советскую власть. Нет, мужественно ответили им комиссары, мы не умрем, мы вернемся. И они вернулись. 28 апреля 1920 года новая вещь облетела весь мир. В Баку установлена советская власть. В тот исторический день великому Ленину была послана эта телеграмма. Военно-революционный комитет Азербайджана обратился к правительству Российской Советской Республики с предложением вступить в братский союз для совместной борьбы и, не имея возможности собственными силами удержать натиск контрреволюции, просил послать на помощь Баку отряды Красной Армии. Вот первые народные комиссары азербайджанского советского правительства, лучшие сыны народа, возглавившие революционные восстания. Никого из них сейчас нет в живых. Пусть все узнают их, пусть запомнят их имена. Нариман Нариманов, председатель Совета народных комиссаров Азербайджана. Агамали Оглы, нарком земледелия. Занфар Мусабеков, нарком торговли, промышленности и продовольствия. Дадаш Буниядзаде, нарком просвещения. Алираев, нарком юстиции и труда. Чингис Илдрым, нарком военмор. Камит Султанов, нарком внутренних дел. Мирза Давуд Гусейнов, нарком финансов. Мафсум Исрафилбеков Кадирли, начальник политуправления нарком военмора. Шамиль Визиров, нарком почт, телеграфа и путей сообщения. Ага Гусейн Кязимов, нарком здравоохранения. В ответ на их телеграмму Ленин послал на помощь молодой Советской Республике 11-ю армию.